перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Его зовут Абдулла. Чего орешь? Смотри, он черный какой, смотри. Негрило. Здорово, здорово, привет, привет. Ксения, Ксения, да там Дон. Салют. В общем, вот. Че ты делаешь? Я понял. Собственно, как оно, Николай? Николай, мое почтение. Если все получится, и я не уйду в запой, да, сегодня, или там не этот, нечаянно не утону, то клип будет сегодня. Такое говно. Вообще не смотрите его. Ужасно. Как всегда. Да, постарел я очень. Помотала меня судьбинушка, судьба. Надо усы сбрить. Да? Нет? Побриться надо, отдохнуть. Вот сейчас я как раз этим и займусь. Но я тебе не дам отдохнуть. Не дашь отдохнуть? Даже не думаю об этом. Ну, видимо, никогда я не приду в прежнюю форму. Буду теперь всегда старый. В общем... Нужно немножечко отдохнуть. Вы вот думаете, а почему этот дурак не снимает ничего нового, где видео, видео? А вот потому что... Их не существует. Их не существует. Устал. Устал чуть-чуть. Сейчас в себя приду и вас заебу. Это как? Узнаешь потом. Подплестись надо, да, побриться везде надо. Ужас какой он. Прям старичок стал. Уже жду, когда появится какой-нибудь молодой ютуберский рэпер и напишет у меня дис. Че, кстати, давай. А когда ты будешь видео снимать? Надеюсь, не скоро. Никогда. Ура. Не, я на самом деле хочу сейчас построить студию. И заняться музыкой. Музыкой. Песенки делать. А можно? Mm-hmm. Нет? Лучше. Короче, придется мне играть с ним всю оставшуюся жизнь. И поэтому, видимо, ни видео, ни песен больше новых никогда не будет. Mm-hmm. Вот все вопросы к этому пацану. Не пускает меня никуда. А что пишу? Дай почитать. Mm-hmm. Лучше не надо. Там у них такие дурачки. Да ладно, шучу. Это мой сын. Эй! Чего? Я не твой сын. Даже не мой сын, окей. Мне твой брат. Не сын. Заметили? Я начал в трансляции кушать. Это значит, скоро я продадусь и скачусь еще. Чего, Эмир? Читаю то, что пишут. Дис-челлендж не буду снимать. Ну вы что, это там зашкварное дерьмо? Я вообще как бы... Не знаю, мне вообще не нравится вот эта вот вся херня, которую затеяли. Что? Что? На фоне стены читать рэп будем? Видимо, не будем. На фоне стены? Угу. Это скучно. Вот я говорю, это же скучно. А все смотрят. Волшебная? Слушай, на фоне стены волшебной читать, может быть. Спасибо за идею. Там радужный какой-то. Радужный.
Ну да, в принципе, вот эта вся тема, она довольно радужная. Кизяку не обзывай. Кизяку люблю, он хороший. Какой еще кизяка? Кизяка? Ну это, как тебе объяснить-то, даже не знаю. Козявка? Не, не козявка. Кизяка это, не знаю даже. Лучше потом как-нибудь я вас познакомлю. Не надо. Ну кто это такой? Ну не знаю, не могу тебе объяснить. Ну рэпер это рэпер. Музыкант, рэпер. Типа там, как я. Да. Рэперы это скучно. Да? Для меня да. Видео лучше. Видео лучше. По играм каким-то. Вот, устами младенца глаголит истина, как говорится. Поэтому это как оракул мой. Вот все, что... Ну что такое? Где фокус? Что за ужас? Как бы перед тем, как что-либо сделать, я спрашиваю все у него. Вот и поэтому вы думаете, почему долго нет видео? Я у него спрашиваю, можно мне видео снять? Он говорит, нет, играй со мной. Дурак. Он меня тут убивает. Ну и ладно. В общем-то, возможно, сегодня клип, а может и нет. Обещать не буду. Вот. А может и никогда. Сейчас мне нужно немножечко времени привести себя в порядок. Посмотрите на эти уставшие глаза. На эти... Вот такие же глаза должны быть у всех. С огнем. Горящие. Ну, смотрите на него. Смотрите что? На меня. Видите разницу? Уставшие, горящие. Это как? Горящие. Ты поймешь потом. Сейчас. Мне никогда ничего не объяснишь. Ну, смотри, когда в глазах как будто огонь горит. Это... Ну, вот у тебя, у тебя так. Но это значит, ну, ты полон жизни. Ты прям хочешь вот что-то. Вот тебе вот надо, вот, вот что тебе надо? Поиграть во что-нибудь. А мне знаешь, что сейчас надо? Ничего. И опять фокус пропал. Какой еще фокус? Ну, ты видишь, я размытый весь. И хрен пойми, почему. А я не размытый. Я целый такой. Вот спрашивают, на тебе газета? В смысле? Ну, смотри. Что такая кофта? Ну, такая кофта. Видите, тут написано «Раймс». Что Раймс. Это рифма. Когда у меня глаза начнут так же гореть, как у этого парня, тогда и вернемся. К видео? Ко всему. А смотри, пока ко что, всему. Пока что нужно клипам? Отдохнуть. И к клипам, и ко всему. Просто вы должны понять. У тебя, как у меня, глаза никогда не будут, потому что это таких детей. Но я тоже ведь ребенок в душе. Это подросток. Подросток? Мне уже 20 лет, я уже мужик. Старый-старый. Вот. Поэтому что? Не надо этот... Не надо ждать ничего. Я говорю вот своим корешам. Не нужно ничего ждать, придет всему свое время. Вы же понимаете, что я как бы не стремлюсь постоянно быть на вершине, да? То есть это... Не делаю бизнес из этого всего. Да, братан? Канал – это не бизнес, это выражение себя. Поэтому ничего снимать ради хайпа там, да? Какого хайпа? Ради рекламы. Объясняй сейчас, что сказал. Окей, хайп – это, короче, блин, как тебе объяснить-то, черт возьми. Я скажу, популярность пока. Давай, окей? Пока. Давай, удачи. Вот, поэтому... Вы же знаете, что снимать ради хайпа... Ой, а мне тоже захвати, пожалуйста. Два принеси. Блядь. Снимать ради хайпа, ради бабла, ради рекламы. Нет, я не буду, извините. И давить из себя контент тоже не хочется. Как захочу, как загорюсь, так и сделаю. Поэтому... Ну, смотрите, вы сами подумайте. Ну и чё, куда ты его кинул? Зачем вам смотреть видосы, например,
которые вы будете смотреть и чувствовать, типа, ну, походу, это ради рекламы снято, типа, походу, он не хотел, он из себя выдавил эту херню. Зачем вам оно надо? Это же не классно. Поэтому, ну, не знаю, я считаю так, что лучше уж не снимать ничего, блядь, чем, ой, лучше ничего не снимать, чем снимать говно. Какая херня? Поэтому вот, не теряйте. Ну? Чего? Ну, что? Что, ну? Ну, все, пока. В смысле пока? Ну, все, надо прощаться со всеми. Даже ничего интересного не было. Ничего, а что ты хочешь? Давай что-нибудь интересное сделаем. А что интересное? Есть детей? Давай зачитай, фристайл. В смысле? Мари, я тебя сейчас буду битбоксить. Блин, сколько много слов незнакомых. Смотри, я тебе сейчас сделаю музыку. А ты зачитаешь рэп на ходу. Нет. Давай. Я не умею рэп считать. Кстати, помоги. Давай помогу. Ладно, все. Всего хорошего, не прощаемся. До скорых встреч. Да? Скажи. Да.